Всем привет! Это программа «Пятница». Сегодня мы расскажем вам и покажем, чем в свободное время занимаются наши футбольные кумиры. Алексей Иванов похвастался в своем инстаграме. Ему подарили фото любимого футболиста, его самого. Судя по всему, подарок теперь висит в его доме на самом видном месте. Олег Веретило поздравил подписчиков идиллическим семейным фото, отправлено из отеля в Тунисе. Не менее праздничное фото выложила в инстаграм Саша Сокол, супруга Максима Витуса. Счастливая пара отметила праздники в караоке-клубе. В эфире «Пятница» – яркие моменты из жизни звезд футбола. Артем Милевский поехал на Алтай, откуда и поздравил подписчиков с Новым годом. И хотя температура там минус 25, обратите внимание, ходит в кроссовках. Настоящий спортсмен. А вот следующее его фото – выходной день в спортзале. И не просто выходной, а день рождения. Заодно Артем взял импровизированное интервью у новичка «Динамо Брест» Сандра Гатала. Мы летим на сборы в Турцию, поэтому у нас все хорошо, все довольны. Привет, «Динамо Брест». Жереми Малерт, покинувший клуб «Динамо Брест» в конце 2017-го, похоже, тоже не боится холода и с удовольствием позирует на фоне шотландских урбанистических пейзажей. Чидиа Сучук, напротив, вернулся из отпуска и демонстрирует подписчикам, как активно он готовится к сборам. Джейл Фомейе выложил фото, сделанное в Гане во время отпуска, сопроводив его самым длинным хэштегом «Господь превращает все вещи в добро». Вы смотрели программу «Пятница». Следите за нашими выпусками. Подписывайтесь на канал «Динамо Брест» и скачивайте приложение FCDB TV в App Store и Play Market. Пока-пока!